Йоу! Всем привет, братишки и сестренки! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive, ребята. И сегодня у нас будет битва перчаточных кейсов плюс сувенирные наборы Cobblestone. Я не могу, ребята, что-то остановиться от сувенирных наборов Cobblestone. Мне прям хочется их дергать и дергать, поэтому мы сегодня будем их вместе с вами передергивать, ребята, максимально эффективно, так сказать. Посмотрим, что из этого получится. Значит, у нас есть 7 кейсов Гидра, и у нас есть 7 перчаточных кейсов. И эти кейсы нам нужно реализовывать. Давайте сначала их откроем и будем надеяться, что нам в Cobblestone выпадет, наконец, Драгонлор. Конечно, надеяться на это было бы глупо, но, тем не менее, всякое может быть. Ведь чудеса случаются, тем более, у меня уже было такое, что в апреле выпало 3 ножа. Я это не могу забыть, это мой рекорд, как бы за один месяц в стиме 3 ножа апнуть. И, соответственно, я думаю, что чудеса могут повторяться. Не знаю, повторятся ли у нас чудеса сегодня, ребят, но я буду очень сильно надеяться, что сегодня мы что-нибудь выбьем. Хотя Габен не оставляет шансов вообще, в принципе, что-то выбить, потому что он негодяй, подлец и вонючка, как я понимаю. Потому что он мне не выдает ничего последнее время, ребята. Не знаю, с чем это связано, но хотя бы одну красненькую песосочку я был бы рад получить. Также у нас, наверное, сегодня будет с вами какой-нибудь интересный крафт. А не какой-нибудь, у нас есть розовые песоски стат-трек-вариации, мы можем сделать стат-трек тайное. Но какая из них выпадет, ребята, хрен его знает. Так, посмотрите, одна синька падает, ребята, одна синька просто. Просто гидрокейсы больше не расчехляют нам абсолютно ничего, это как так-то? О, стат-трек-фиолочка выпала, ребята, мертвая хватка, неплохо. Давайте зайдем сюда, посмотрим, что нам предлагает перчаточный кейс, который я, в принципе, очень и очень давно уже не открывал. И, возможно, в нем какие-нибудь рейты поменялись. Хотя, в принципе, рейты зависят не только от отдельного кейса. Рейты, в принципе, работают в стиме по одной системе. То есть, если сегодня Steam выдает что-то, то ты что-то получишь. Если сегодня Steam ничего тебе не хочет дать, то ты и ничего не получишь, как бы. Будешь наяривать песос, как говорится, ребята, поэтому... Вот такие вот дела. И я вижу, что нам опять падает сплошная синева. Единственное, что мы выбили, это стат-трек-фиолку. Охренеть вообще. Ну, Габен, ну как же так-то, а? Ну как же так? Ну это же не серьезно. Это же not fucking really serious. Ребята, what the fuck, man? Вот это я понимаю. Вот это я понимаю зашкварено. Посмотрите. Ни одной опять, ни одной просто фиолки. Ни стат-трек-фиолки, ни какой-то либо еще фиолки. Это просто жесть какая-то. Но... P2000 Дёрн. P2000 Дёрн, у нас есть последний шанс, ребята. У нас есть last chance to do this shit. Давай. Последний шанс выбить перчатки сегодня. Нет, нам выпадает стат-трек Дёрн. Ладно, давайте сделаем так. Надеемся теперь на кейсы. На сувенирные наборы, точнее. Не на кейсы мы надеемся, а чисто на сувенирочки. Что сувенирочки что-то нам дадут. Так, АК-47 орбита версия 0.1, но это, в принципе, неинтересно. Орбита версия 0.1 у нас уже была в огромном количестве. Здесь не хватает скинчиков. Здесь нам, здесь God's Pieces. God's Pieces я не буду класть в крафт. Поэтому давайте попробуем, что здесь у нас лежит, ребята. Cobblestone, PGL Краков 2017. В надежде на что-то лучшее. В надежде на что-то лучшее нам выпадает сувенирный UMP-45 Indigo. Охеренно, после полевых испытаний. Неплохой сувенир, неплохой, блин. Ширпотреб вонючий. Так, давай дальше, ну. Опять минус 4000 с чем-то рублей, ребята. Это просто невероятная дичь. Ну, хотя бы после полевых падает. Я не знаю, эти пушки, наверное, не будут стоить, в принципе, дорого. Поэтому... Эй, а здесь я не отдам огненный пиздец, ребята. И здесь у меня есть горячечные грезы. Воу-воу-воу-воу-воу, но нужно чем-то рискнуть, и у меня здесь такая, ради пустынной атаки, нет-нет-нет-нет-нет, этот крафт я делать явно не буду, мне нужно еще 200 трек фиолочки для того, чтобы сделать этот крафт. Ну блин, я, ребята, вы посмотрите, мы рискуем, мы постоянно покупаем дорогие эти сувениры последнее время, и они ни хрена не прокают, и я не знаю, с чем это связано, почему нельзя прокнуть, ну хотя бы разочек, хотя бы разочек, там, а нам нужно вот это и вот это, да? One moment, please. Ну что, ребята, не мог же я это дело оставить просто так. Закупил я 2 стат-трек P2000 Дровосек и стат-трек Галил АР Конфетка. Сейчас мы посмотрим, что мы сможем с вами сделать. Что мы с вами сможем выбить из контракта. Посмотрим, какую песосочку фиолетовенькую мы с вами получим. Ой, розовенькую мы получим. Ну давайте смотреть, Габен, не подводи. Стат-трек М4А4 Адское Пламя. Кстати, неожиданный крафт. Очень неожиданный, очень хороший, и она должна стоить денег, по идее, в качестве немного поношенная, при том, что у нас там было очень много после полевых всяких штук, да, 3500 плюсовой крафт, ребята, плюсовой крафт мы с вами делаем, невероятно, но
Но. Давайте посмотрим, хватает ли у нас пиписечек. И у нас хватает пиписечек, чтобы сохранить. Так, это у нас немного поношенное, это немного поношенное. Давайте посмотрим, теперь сделаем вот таким вот образом. Посмотрим флот. 008 флот здесь. Смотрим здесь. 008 флот здесь. Они практически абсолютно идентичны, поэтому одну из них мы выбираем. Итак, что мы можем выбить с вами? Скоростной зверь либо великий демон. Мы можем Викторию выбить. Мы можем М4А4 облом пламя дракона. Господи, великий демон. Великий демон. Шайрекс Азимов. P90 Азимов, статрек вариации. Кровавый спорт или Неонуар. Кровавый спорт было бы топово. Либо было бы топово получить АВП великий демон в вариации статрек, ребята. Я думаю, что этот контракт довольно хороший. Если получим великий демон, у нас большие шансы, кстати, на великий демон. А мы... будем в очень хорошем плюсе, я думаю, потому что великий демон статрек вариации, скорее всего, стоит больших-больших денег. Посмотрим, как это все происходит. Рисуем попочку кверху, вниз, а точнее вверху дырочкой, и, соответственно, смотрим, что у нас получится. Так. И выпадает нам великий демон! Ребята, статрек вариация великого демона немного поношенный. Это просто очень и очень круто. 9000 рублей. 9000, мать твою, рублей. Великий демон, ребята. Мы делаем, опять же, нереальный плюсовой контракт. Вот это свезло так свезло. Вот это я понимаю. Вот это было грязно. Вот это много тысяч лайков достойно, ребята. Сейчас идем на сайт и дрючим там. Поехали. Ну что ж, друзья, сегодня мы попадаем на elitecase.net, где будем дергать какую-нибудь писосочку, ребята. Давайте посмотрим. Крафты сегодня безумные, просто безумные. Я не знаю, это было очень круто на самом деле. Сделать два крафта, сделать два удачных крафта. Такого давно не было в стиме. Видимо, по крафтам у меня снова какое-то взбудораживание пошло, что ли, ребята. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее, мы это сделали. Давайте теперь подрючим здесь, посмотрим, что у нас будет дальше по удаче. Потому что вроде бы раздупляется у нас белая полоса. Хотя по самим кейсам, как бы габенчик, как вы видите, ребята, не очень такой раздупленный поцик, да. То есть он почему-то не раздупляет. Вот 360 рублей, подождите, это что? Это я сразу выхожу здесь в небольшой плюс. Ладно, хорошо, давайте передернем это. Мне ребята, кстати, бомбят постоянно в комментариях. Я сейчас читал комментарии под... выпусками. И многие пишут, что новогодний кейс лучше не открывать, потому что это полная поебень. Полная поебень. Радостно, но у меня это есть, поэтому давайте не будем это. У меня просто очень много этих азимовых. Я их так скидываю, грубо говоря, на всякие трейды для того, чтобы получать скины получше. Поэтому мне азимовы не нужны. Я, в принципе, не коллекционер. Хотя для многих АВП азимов считается до сих пор такой стоящей, хорошей, дорогостоящей пушкой. В плане, я не знаю, почему-то людям нравится она. Наверное, потому что это единственная красно-оранжевая песоска, которая... вписывается таким вот образом. Есть, конечно, еще P250 азимов, но я имею в виду из АВП. Но она реально классно смотрится, потому что ее белый яркий цвет, наверное, единственный такой скин, который с таким вот белым ярким цветом, плюс в смеси с оранжевым. Вообще вот азимовые, это, конечно, топчик в этом плане. Мне тоже безумно нравились они раньше, но сейчас я как-то к ним отношусь абсолютно поверхностно, ребята. Давайте пооткрываем всякое вот такое вот. Посмотрим, может быть, здесь что-нибудь... Нет, здесь зачем? Надо было первый тираж открывать. Сюда не надо было идти. Нам нужен первый тираж, чтобы попасть в мандраж. Чтобы было заебись. Так, пантера. Пантера нам не нужна. Ладно, давайте пройдемся. Давайте тогда не будем открывать новогодний даймонд кейс. Давайте попробуем подергать алмазный кейс. Тайное. Ну, еще какие-нибудь такие дорогие вещи. Посмотрим, что из этого выйдет. Что-нибудь такое нужно передернуть. Что-нибудь такое нужно передернуть. Ну, конечно, за 9 касиков нам... Ох, блин, почти вулкан прикатился, ребята. Почти вулкан нам перекосоебился, дорогие друзья. Но вулкана не было. Пока что идем в минус, 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 минус. К сожалению, опять синий кварц. Да, господи, давайте еще разочек и валим отсюда. Потому что здесь, по-моему, ни хрена не падает. Алмазный кейс — это полная жопе. Нам жопе не нужна, поэтому... А сейчас передернем алмазный и потом пойдем вдруг. Да ёб твою мать, что за синий кварц-то постоянно? Один и тот же синий кварц нам прокает, ребята. Один и тот же просто, это дичь какая-то. Это просто дичь, это не очень серьезно. Давай акусик нам. Давай акусик нам, песосочный, какой неоновая революция. 1447. Пока ее оставлю. 1447 это хорошо.
А пока ее оставлю, если что, она пригодится либо для трейдов, либо мы ее продадим, если сейчас баланс просадим весь. И, соответственно, больше не будем передергивать. А, точнее, будем больше передергивать, наоборот. Они, блин, щелкунчик вонючий. Постоянно падает вонючий щелкунчик, ребят. Сколько можно, а? Сколько можно нащелкивать вонючему щелкуну? Давайте еще раз тайное подергаем. Тайны — это всегда прекрасно, потому что может выпасть какая-нибудь хорошая песосочка, но чаще всего падают щелкунчики, хамелеоны и прочая поебень. К сожалению, но это так. Но это самая дешевая тайная. Еще есть пустынная атака, конечно, но вот эти вот дешевые тайны, они постоянно сыпятся и высыпаются к нам. Давайте посмотрим, что у нас имеется в браво-кейсах. В браво-кейс вообще хорош. Он всегда, им всегда можно воспользоваться для крафтов. А, то есть... Я люблю в стиме открывать браво, даже если синька падает, я всегда делаю из нее фиолку. Из фиолки потом часто, кстати, изумрудные драконы прилетают, насколько вы знаете, кто следит за выпусками. Часто мы очень в стиме крафтим... Да что ж такое-то, блядь? Часто мы очень в стиме крафтим всякие браво-песосочки. Это, в принципе, довольно радостное явление. Мне нравится то, что браво хорошо крафтится. Не знаю почему, графит, мой графит. Ей-ей, не бомбит, и я в плюсе, все, пора остановиться. Мне кажется, пора остановиться. Когда прилетают вот такие вот вещи, все, мне кажется, надо останавливаться, ребята. Надо останавливаться. Хотя хули нам останавливаться? Давайте вот так вот сделаем и еще откроем тайное. Ведь у нас есть на тайное, по идее, да? Пока там приходит как раз у нас, соответственно, песосочка. Так, сейчас я стимчик вскрою. Вскроем стимчик, посмотрим предложение обмена, пришла нам писька или нет. А, это очень важный момент. Это очень важный момент. Пока ничего не приходит. Так. А, аук. Опять аук, ребята. Я же говорил, блядь, одно говно постоянно почему-то. Но так, в принципе, чаще всего и происходит. Так, так, эту я забрал, она должна сейчас ко мне прийти. Она должна ко мне прийти, пока не приходит. Давайте вторую попробуем забрать, чтобы сразу две пришло подряд. Эх, придет ли мне сразу две подряд пиписечки, ребята? Так. Открываем Steam. И ждем предложения обмена. Так, что там у нас, пацаны, предлагают нам? Равноценный обмен. Песочник мой, прими трейд, пожалуйста. Просто на твоей авапке. Наклейки красивые. Там не твой, не париться, а если нырь. Че, на моей авапке наклейки красивые. Ему понравились золотистые наклеечки. Здесь тоже чувак что-то предлагает. Здесь, это мы уже видели. Посмотри на паттерн этого P250 после полевок. Одна из самых лучших паттернов на этот P250 после полевок. Можешь и отказаться. Конечно, могу, блять. Шимора, обмени, пожалуйста. Очень люблю бегать с мухой, а я тебе отдам свой юз, с которым ты будешь всех one-tapать. В принципе, больше никаких таких предложений. О, и сразу же две пиписечки пришло. В принципе, больше никаких предложений нет. Не знаю, ребята, я подумаю. Часто мне ребята шлют трейды. Подарки мне присылать не надо. Я подарки не принимаю, ребята. Так же, как и не делаю подарки. Только когда провожу розыгрыши. Розыгрыш должен быть скоро. Не знаю, когда именно этим надо заняться. Но розыгрыш тоже сделаем какой-нибудь крупный, интересный, сочный, ребята. Посмотрим. У нас розыгрыши всегда крупные, но они очень редкие. Ну, правильно, там, как бы, такие серьезные получаются у нас всегда. Зубодробительные, скажем так, розыгрыши предметов. Так, идем теперь в КСик и осматриваем это все дело. Осматриваем в контрушечке. Так, неоновая революция, АВП, графит. Но вот это я вообще люблю! Великий демон мне прям понравился. Графит немного поношенный, выпадает и неоновая революция. В принципе, у меня сегодня очень сочный, в плюсовой во всех отношениях выпуск, ребята. И это достойно множества лайков. Поэтому не забывай поставить лайк, братишка, а мы двигаемся дальше. Предлагайте мне свои варианты открытий. Открытий. И если мне понравится, я обязательно добавлю именно твой комментарий в следующий выпуск. Всем пока и до новых встреч, друзья.